занимается в нашем зале с января 2014 года. За чуть меньше года он достиг огромные результаты как в борцовской, так и в ударной технике. Освоил множество приемов. На тренировку он идет с огромным желанием. Я вижу в нем потенциал, целеустремление. Без него в будущем получится хороший спортсмен, защитник нашей Родины. Мы делаем одно огромное дело, помогаем, занимаемся вместе. У Тимура очень большая сила воли. Его сила воли, стремлению, остается только позавидовать. Сила воли, она не дается при рождении. Она появляется. Поэтому, чтобы она появилась, надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Воспитывать свой характер. Через несколько месяцев у нас будет районное соревнование по рукопашному бою. Тимур, для Тимура они станут первыми. Я думаю, он достойно выступит. Если он проиграет, то ничего страшного. Зная этого человека, он сделает правильные выводы и будет еще больше тренироваться. Если второй раз проиграет, он будет еще больше тренироваться. Зная его, он умеет проигрывать, но достойно проигрывать. И не кладя потом руки и говорит, что все, это не мое, он будет двигаться дальше. В этом плане ему низкий поклон. Это человек с большой буквы. Как только в нашем клубе выходит линия одежды, а вся наша линия одежды связана с триколором, с гербом Российской Федерации, он сразу же бежит ко мне, чтобы ее приобрести. Он очень сильно любит свою страну, любит свой город и очень сильно дорожит занятиями в клубе, в котором он занимается. Ребята встретили достойно. У него достаточно много друзей. Ребята его уважают, делятся впечатлениями, вместе отдыхают. Мне, как руководителю клуба, очень приятно, когда дети дружат не только в ринге и на секции, но и за пределами клуба, с учетом того, что они учатся в разных концах города Красногорска. У нас очень большая дружная семья. Поэтому, дорогие друзья, старайтесь, занимайтесь спортом. Приходите в клуб «Ярополк». Тимур пришел в клуб «Ярополк» около года назад. За этот небольшой промежуток времени он окреп физически, стал меньше болеть. У него появились такие качества, как целеустремленность и воля к победе. Коллектив клуба «Ярополк» помог ему адаптироваться и влиться в их дружную семью. Я хочу поблагодарить весь коллектив клуба, и в частности Илью Сергеевича и тренера Дмитрия Николаевича за их профессионализм и большой вклад в воспитание сына, а также пожелать клубу успешного развития и новых побед.